Доброе утро! Сегодня мы поговорим о пользе кунжутного семени. В Древней Индии кунжут был символом вечной молодости и бессмертия. Его называли пищей богов. В современной медицине кунжут высоко ценится за наличие высокого содержания омолаживающего витамина Е. Так, в 100 граммах кунжута или в 1 столовой ложке растительного масла кунжута содержится суточная потребность организма в кальции. Также в кунжуте содержится цинк и фосфор, а это профилактика остеопороза. Кунжут применяют для восстановления сил, а также при разрушении зубов, выпадении волос, заболевании суставов. Нормализует жировой обмен, уровень сахара в крови, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, эндокринной, иммунной, нервной и репродуктивной систем, нейтрализует повышенную кислотность, является бактерицидным, противовоспалительным, легким слабительным действием, устраняет бессонницу. Из семян кунжута методом холодного отжима готовят растительное масло в концентрированной форме со всеми лечебными свойствами семян. Прием масла составляет по 1-2 столовые ложки один раз в день или по 1-2 чайные ложки 2-3 раза в день. Также масло отлично подходит для различных видов массажа и косметических процедур. Из семян кунжута также готовят муку, которую в кулинарии используют для приготовления соусов, каш, супов, салатов, для панировки. Добавляют также ее в кисломолочные продукты для придания дополнительной пользы и вкуса. Противопоказаниями продуктов из кунжута являются с осторожностью при беременности, повышенная свертываемость крови, варикозная болезнь и склонность к тромбообразованию. Желаю вам хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Всего доброго!